саженцы Роза Чайна гибридный Мархенкёниген, Роуза Чайна гибридная Мархенкёниген, обладают всеми достоинствами прекрасного выставочного сорта, и в частности хорошей устойчивостью к заболеваниям. Цветки выглядят очень элегантно, когда они медленно распускаются из крупных бутонов нежного бледно-розового оттенка. Цветки появляются по одному на концах очень длинных и прочных побегов, что делает их идеальными для букетов. Кусты этого сорта сильнорослые, с крупными темными листьями и почти без шипов. В высоту они вырастают до 150-175 см. В жаркую погоду кусты роз этого сорта могут цвести без перерыва. В дождь или влажную погоду бутоны практически не раскрываться. Диаметр цветков – 12-13 см. Роза Чайна гибридная Мархенкёниген – это многолетнее растение высотой 175 см. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для сублинистых почв. По типу ствола роза Чайна гибридная Мархенкёниген можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания розы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает роза Чайна гибридная Мархенкёниген в месяцы июль, июнь, август, сентябрь. Цветы имеют средний аромат. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы розы могут быть до 12-13 см. Как правило, на одном цветоносе размещается один цветков. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что роза Чайна гибридная Мархенкёниген, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.